Знакомьтесь, Михаил Александрович Заплатин, кинооператор Пермского объединения «Телефильм». Человек, известный в стране. Им снято больше 40 фильмов, рассказывающих об Урале, Сибири, Дальнем Востоке. Он влюблен в природу этих мест и прекрасно передает свои ощущения на пленке. Михаил Александрович не только оператор, но сценарист и режиссер. Словом, его фильмы, как теперь принято говорить, это авторский кинематограф. Опытом работы в кино, жизненным опытом, делится Михаил Александрович на страницах своих книг. В кино Заплатин пришел после окончания войны, поступив в 1946 году в ВГИК на операторский факультет. А в годы войны он был штурманом бомбардировочной авиации. Воевал на Ленинградском и Белорусском фронтах, громил фашистов в Германии и закончил войну на Востоке в Порт-Артуре. Очередной 44-й фильм Михаил Александрович собирается снимать со своим близким другом Иннокентием Смоктуновским. Известный советский артист приехал в отпуск, и родилась идея совместной работы. Итак, впереди путешествие на Северный Урал, где будет сниматься фильм по сценарию Заплатина с комментариями и при участии Иннокентия Смоктуновского.